Здравствуй, зритель! Это фрагмент разбора в чайной полке. Что получится, то и получится. Не получится, то и ладно. Эй, держись. Мы в тебя верим. И вот что это за нахрен? Почему ты не хочешь... Ой, блин. Вот так вот. Главное, тебя одну ногой держать буду. Разбирай от меня травой чай. Что это такое? О, розочки. У меня как раз есть куда переложить другие розочки, чтобы мешочек освободился. А то некоторый шиповник некуда девать. Не только шиповник. Тиша насилует коврик. Судя по всему, пижма. О, сокровище, блин. Правда, по-моему, их уже пора. На какой не уйдет в этой башки. Это что это? Ладно. Роза с Марта. Роза с Марта с этого года, они еще нормальные. Ягоды можжевельника. Если буду делать кому-то сбор, или буду делать себе. Тише, вот. Жаль, я там сижу, не дотянуться, чтоб тебя... Славить этой камерой. Курим. Курим еще. И орешки их можно, наверное, уже поколоть. Они, наверное, уже раз перезрели. И курим сверху. А я шок розы. Остатки сбора какого-то. Можно как-нибудь заварить. О, шиповничек. Какое счастье. У меня есть шиповничек. Счастье есть. Фуксы. Мелкая хезы. Вообще я в поисках зеленого чая с чем-нибудь. Плодосбор и плодоножки вишни. Луны всякие. Остатки былой роскоши от господина Влада. Эх, Киша, жаль, тебя камера не видит. Я как-нибудь включу специально, чтобы
поснимать, как ты тут шарахаешься. Думаю, что хозяин тебя не видит. Так-то у нас мэйточа. Чай зеленый простовый. Пуэр. Я богат, у меня есть пуэр. Целая большая хреновина. О, еще один лун. Владу, спасибо. О, у меня есть чай, который у меня в наборе дарили. Вот чай. Зеленый с какой-то требухой. Чего такое? О, шиповничок. С этими самыми ягодами. Кстати, надо их отобрать. Переложить вместе. Не путаюсь. Бабао. Акулада. Еще бабао. Акулада. Еще бабао. Акулада. Ай да Влад. Ай да чья-то дочь. Еще бабао. Акулада. Бабао. Нинг. Мэнгча. Тиша, я надеюсь, у меня ничего не скоммуниздил. То знаю я тебя. Так, листья лотоса. Трава это или чай? Кудин. Фу, не кудин, это этот. Что это вообще? Мате. Или кудин. Или пуэр. Матя. А, так-то там видно только, наверное, мои колени. Если-то не видно. Так, что у нас? Это роза. Это роза, это роза. Зачем-то покупала. Чайная коллекция, тройная смесь совершенства. Тут у нас пуэр. Зеленый чай, мате жареный, зеленый, фенхель, крапива, ромашка, лимонная трава, перечная мята, ягоды боярышника, листья черной смородины, корица и сафлор. Тише, что ты там творишь? О, остатки было роскоши. Это мне подписчицы задаривали, что у нас тут? Цветы этого самого жасмина 30 грамм, поделилась я ими с родней. Тина. Это одна из Лондона, другая из Риги, кажется. Соня и Инесса. Если еще смотрите, привет. Что это такое? Ну, пустая баночка. Сюда тоже можно положить этот шиповник, который я тут набрала. Не шиповник даже, а из выдры я же привезла боярышник. Который сначала красный, а потом оранжевый. Зеленый чай. Фиг знает, что за зеленый чай. Ничего. Только что помню, как вот. Надо хоть глянуть, может из него там какой тоник делают. То я забыла совершенно про него. Листья бамбука. Однажды я хотела посадить бамбук. Пришла, что-то с собой было совсем мало денег. И много вещей. Думаю, зайду в другой раз, а его продали. А потом магазин закрылся. Вишневые листья. Я сюда хотела складывать типа чай. Вообще, я как бы тут пытаюсь разобраться. И, наверное, надо будет часть травы с балкона, когда придет зима, сложить сюда. О, липочка. Прошлогодняя в этом году-то не собиралась. Не успелась. Не нашлось. Не сложилось. А куда тебе ставить-то, блин? Уэр, джинджер с какой-то требухой. Надо будет, наверное, на одну полку ставить чай, на другую траву, чтобы не путаться. Что это такое?
Судя по всему, это у нас Барбарис. Его даже больше, чем я думала. Бах. Ромашка. О, какое счастье, у меня есть ромашка. Пуэр. Точно, я же его заказывала на Озончике. Листья ротоса. Чего это? Для вас какой-то подписью. А тут какой-то сбор, однако. Сейчас тихнуть. Да что ж такое-то нафиг, а? Еще какой-то сбор. Или не сбор даже. Что это? Походу, это какой-то чай черный. Ну-ка, выпадите. Черный чай с этим самым шиповником. Я помню, что он где-то был. А что-то ты никак не могла найти. Счастье есть. Оно и может не есть. Эй, блин, как тебя открыть-то, ё-моё? Да чтоб тебя. Ладно, стой тут, когда-нибудь открою. Что тут у нас? Тысячелистник. Для какого-то сбора сидит. Из телотоса. Что это? Крапива? Или кто? Походу дела это смородина. И возможно даже смородина. Хорошо, что смородина. Можно сделать какой-нибудь полезный сбор. Что за хрень? Остатки молочного луна. Дурия. И куда мы там намылились? Эти фигдаки где-то делать на полке с ноутбуком. С ноутбуками. Так, какая-то трава. О, ей можно зубы прополоскать, как раз когда они растут. Зеленый жасмином. Мэйли. Секреты очарования. Как бухнешь зеленого жасмином, если ты был страшный крокодил, с утра ну станешь женщиной красивой. Не знаю, с какого-то пола. О, все-таки у меня живой еще этот длинная иголка ройбуш. Так, о, женьшень, лун. Листья лотоса. Кто пользовался и фраше? Даже не глядя на то, что тут бумажка от Ифраше. Нефрашевская штучка. Когда-то у меня был, видимо, дефицит баночек, а она мне понравилась. Так, это у нас еще один. О, кстати, у меня тут где-то есть баночка, надо их вместе поженить. Полевой хвощ. Вот я. Что тут только не было. Зеленый с васильками. Гринмамовский чай, по-моему, он уже это. Согласен только, чтобы его вскипятили, процедили и голову ему катили. По-моему, он уже лет 5 ему, наверное, если не больше. Хотя подруга Маша говорит, что нашла она как-то чай, который ему лет 6, и он вполне нормальный был, зеленый. О, мальбочка. Так, это у нас листья облепихи. Они какие-то дохрена полезные. Деликатные. Лимонник с выдр с этого года. Что это? Лопача. Ой, точно, что я могла... Как я могла забыть, что палками спасалась ароматическими? Можно было же лопача задолбить.
О, вот он мой любимый зеленый чай. Зеленый с розмарином и бархатцем. Его я, в принципе, и искала. Эй, зритель, ты что, правда это смотрел? Ну, спасибо и пока.